Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Многодетной семьи Тарантино. Сегодня у нас небольшой обзорчик. Давно у нас не было обзора с компанией Тикитекс. Вот у нас пришел опять Тикитекс, небольшая посылочка, но я надеюсь, что в этот раз все подойдет. У меня, кстати, вот на мне сейчас штаны тоже с Тикитексом. Я заказывала специально вот под эту толстовку из Василька. Ну ладно, открываем посылочку и смотрим, что же там. Как помните, в том предыдущей посылке там не все подошло, но качество одежды просто супер. Ну а сейчас будем с вами раскрывать и смотреть, что же у нас тут пришло. Так, пижама детская, хитрюля, размер 32, ростовка 122, но это, скорее всего, на Марину. Сейчас посмотрим, какого качества. Я не буду от вас скрывать, если что-то мне не понравится, буду на пол прям так кидать из вещей. Потому что я понимаю, что вы ориентируетесь все равно на отзывы, и поэтому будем смотреть. Кофточка с таким рисунком. Знаете, такое махровое, как бы. Что у нас тут состав? Хлопок 80-20 полиэстер. Ну, вот такая вот пижамка, такая приятная на ощупь. Ну, я скажу, Марине будет маловато, скорее всего, может, на Оксану. Ну, хотя, может, и на Марину. Прошито, по идее, хорошо. Ну, тут вот не растягивается, ребят, сразу говорю. Голова не растягивается, поэтому смотрите. Ну, это на худенькую девочку. Ну, у меня, в принципе, и полненьких-то нету. И штанишки к пижамке тоже вот такие вот оранжевенькие. Внизу идет резиночка. На ночь спать или дома ходить, как костюмчик будет, мне кажется, классно. Напишите, что вы думаете. И расцветка яркая, приятная. Лисенок такой яркий, красивый, четкий рисунок. Ну вот, я не знаю, как этот рисунок появится. Это видно, что это нанесенный рисунок, ребята. Это не нитки такие, это нанесенный рисунок. И мне кажется, что после стирки... Ну, посмотрим, постираем, увидим. Но вот пока мне все нравится. 32 размер, на ростовку 122. Первый костюм с вами посмотрели. Я прям так же буду доставать. Дальше кофта на 140. Это я заказывала для Маши. 36 размер тут показано. Что у нас состав? Хлопок 72, полиэстер 20, лайкра 8. Вот так вот. Кофта яркая, красивая. Мне кажется, должно быть хорошо. Маша у нас как раз сегодня за оператора. Маш, что тебе нравится? Словами скажи. Угу. Ну, вот такая вот кофточка. Она на молнии. Молния хорошо ходит. Внутри шовчики все классно. Тут даже внутри есть эмблемка. При скольки градусах стирать можно? 30 градусов. Гладить можно машинная стирка. Ручная стирка, машинная. Вот так вот. 30 градусов. Есть два кармашка. Ну, кармашки, вот видите сами какие. В принципе, кофта приятная, хорошая. Мне нравится. Потом Машенька примерит и скажет, как она ей будет. Ну, мне уже нравится. Маша, ты куда будешь, в школу в ней ходить? Да? Ну, мне нравится. Расцветка такая. Так, пакетик стал берем. Дальше смотрим, что же у нас дальше. Костюм. На 134 ростовка. Антей детский, черный. Состав, что у нас тут? А состав что-то я не вижу, чтобы написан был. Странно, да? Нету состава. Сделано в России. ГОСТ якобы. Ну, сейчас посмотрим, что за ГОСТ у нас. Мы с вами все проверим. Сейчас посмотрим. Я не помню, на кого этот костюм. Это, по-моему, на девочек с кого-то. Так, вот здесь тоже не написано состав. Ивашка, фирма Ивашка. Так, ну вот такая вот кофточка. Я бы сказала, ребята, тонковатая, прозрачная немножко. Светится через нее. Ну, вот такая вот кофточка. Идет кофточкам, идут штанишки. Это костюм на девочек. Ну, а там посмотрим, скорее всего, на Оксану подойдет. Да, на Оксану подойдет. Можно на физкультуру, мне кажется, даже их вот так вот одевать. Вот такой вот костюм, трехцветные штаны, зеленые, белые, черные.
карманы, 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 карманов немає. Немає карманов, ребят. Мы все карманы ждем, а нет карманов. Ну, вот такой костюм. Есть небольшие, конечно, ниточки, вот как вылезла откуда-то оттуда ниточка. Тут еще есть ниточка, но мы уберем, потом это все подрежем, уберем, а так... По качеству мне нравится. Костюм тонковатый, конечно. А, во, состав нашла, ребят. Полиэстер 54, 40 хлопок, 6 эластан. Можно стирать при 30 градусах. Гладить можно и все. Вот так вот. Машинную стирку нельзя. Ну, вот такой вот костюм и вот такая вот к ним кофточка. Напишите, как вам этот костюм. Ну, мне кажется, оно не сочетается. Вот скажите, ведь не сочетается расцветка. Такое ощущение, что это две разных вещи. Ну, вот в целом лежал как костюм. Ладно, посмотрим. Дальше, ребят, что же у нас дальше здесь? Это точно я Оксане заказывала, это я помню. Это блузка, мне понравилась блузочка такая, ей в школу ходить. Она постоянно в белой ходит, а знаете, уже как-то что-то надоело, так это белая блузка. И я решила заказать вот такую вот. Скажите, это красиво. Смотрите, какие кружева. Помните, у нас раньше кружева на сарафаны были обычные серые, к ним ворочки, воротнички были кружевные. Вот тут вот тоже такие бабочки летят. Вот такая вот водолазочка в школу ходить самое то. Так, что у нас тут по составу? Ну, состав, как всегда, 92% хлопок и 8 лайкра. Что у нас с воротником? Здесь воротничок тянется, ребят. Вот это вот классно. Поэтому могу советовать. Она мне нравится. Она такая приятная на ощупь. Не будет колоть, ничего не будет. Ну, вот мне понравилась такая кофточка. Мы с Оксаной долго расцветку. Там, кстати, расцветок, если вы пройдете по ссылке в описании, то там увидите, что несколько расцветок таких кофточек. И мы с ней выбрали такую. Дальше идет у нас водолазка. 122 детская. Это я. Так, это у нас водолазка на Ваню. Леотин. Водолазка. Где у нас хлопок опять? Где состав? Так, состав 100% хлопок. О! Вот такая вот, ребят, водолазка. Ну, она видно, что Ваня будет еще большевато. Но это, по идее, на Ваню было. Ну, ничего страшного, мы приберем. Ваня же растет. Он у нас такой мальчик быстро. Так, быстро растет. Что по поводу этого? Так, голова, шейное дело тянется. Сама она тоже тянется. Водолазка классная. Рисунок напечатанный. Ну, нанесенный. Это наклейка как будто бы. Посмотрим, как будет после стирки вестись. Но на ощупь она мягенькая, приятная, я бы сказала. Вообще классная водолазочка. Но сегодня Ваня померит. Если большая будет, ничего страшного. Мы приберем ему на вырос самое то. Но водолазка мне классная. Нравится ростовка. У него, кстати, забыла сказать, а то потом будет спрашивать. 122 ростовка. На рост 122, да. Дальше. У нас пижама детская зайка. На рост 134. 100% хлопок, ребят. Опять все ГОСТ написано. Узбекистан изготовлено. Поэтому будем смотреть, что там за пижама зайка. Тут столько, ребят, уже пакетиков на полу. Ой, какая зайка, ну прям вообще. Ребят, посмотрите, какая прелесть. Пижама классная. Хлопок 134, ну да, это на Оксану я заказывала тоже, потому что у Оксаны все пижамки стали вообще мелкие, маленькие. Девочка у меня сильно вытянулась в рост именно. Не в ширь, а в рост. Поэтому вот заказывали. Сзади здесь, видите, удлинено немножко, чем спереди. В целом, мне водолазка нравится уже от пижамки. Очень приятная на ощупь. Вот такая вот. Подержу вот так при себе. И вот такие вот, ребята, штанишки. Может, даже это будет на Машу как раз. Ну, померяют, потом посмотрят. В штанах есть карманчики. Ну, Василиса, как же без тебя обзор-то провести? Вообще никак, да? Тебе надо обязательно. Нежный такой голубенький оттеночек. Резиночка хорошо тянется. Внизу брючки идут прямые, не на резиночке.
Можно как домашнюю пижамку, можно как домашний костюм носить, но по качеству мне нравится. Он не плотный такой и на ощупь очень приятный. Поэтому померяют, кому подойдет, тот и будет носить. Или Маша, или Оксана, там уже сами девочки разберутся. Что, это у нас последняя вещь? Да, вещь у нас последняя. Смотрим, костюм детский 34 размера. Так, что у нас состав? А где у нас состав, скажите, пожалуйста? Состава я не вижу. Сейчас откроем и посмотрим. Умаемся-то с вами, да? Расцветка мне уже нравится. Собачка, как наша Мася, йоркширский терьер. Вообще прям классно. Так, а состав. Состав ничего не написано. Мы сейчас надеяться будем, что внутри что-то есть. Так, кофточка. Вот такая вот кофточка. Йоркширским терьером такая наша Мася прямо тут. Как будто наша Мася молодая. Сердечки, йоркширский терьер. Такие синенькие, красненькие костюмчики. Классные. Что по воротнику? Воротник растягивается, голова пройдет. Потому что, знаете, предыдущий заказ был, там воротники не растягивались и не на все голова проходила. Тяжело проходила. Ну вот здесь хорошо. Кофточка внизу резинки, на рукавах резиночки. Кофточка уже классно. Давайте я на себя опять вот так одену, а вы представьте, что я ребенок. Так, штанишки. Штанишки чисто черные. Кармашков я не наблюдаю. Внизу идет вот такая вот резиночка. Вот такой вот, ребят, заказ был. Напишите, что вам из этого больше всего понравилось. И будем заказывать сами. Проходите по ссылке в описании на Tikitex. Там очень большой выбор товара. Мне вот все там нравится, там, но там быстро разбирает. Ну, а общительные у них продавцы, поэтому я рада. Я общалась, кое-чего не было, я заменяла на другое. Они мне тут же отвечали, есть или нет наличия, какие размеры есть. Они мне все помогали, подсказывали. Поэтому проходите по ссылке в описании и заказывайте. И напишите обязательно, что вам из этого понравилось. Ну, а мы пошли мерить. Так, у нас пришла уже Оксаночка. Оксана, как тебе блузка? Угу. Красивая? Подними ручки. Вот, видите, она ей хорошо и по длине, и по рукавам. Поворачивайся спиночкой. Вот так вот. Хвостик достанешь в кофточке? Вот. Ну, поворачивайся. Тебе самой нравится она? Будешь школу носить? Все, классная водолазка. Меряем следующее. Так, ребят, костюм подошел Оксане самое то. Вот смотрите, даже по рукавам видно, что он ей как раз. Штаны. Штаны тоже очень хорошо ей подошли. Я думала, что Марине будет костюм. То, что думала, Оксане будет маленький. Но он ей супер. Оксана, как тебе костюм? Красивый. Красивый? Собачки, да, на нашей Масе походят, когда молоденькая она была. Давай поворачивайся спинкой, посмотрим, как со спинки. Со спинки тоже, ребят, все хорошо. И штаны, и все прям супер. Поворачивайся. Тебе нравится? Будешь носить? Все. Отмеряем следующий костюм. Это вот пижамку. Я надеюсь, что она тоже подойдет нашей Оксаночке. Ну и Вася, конечно, на обзор. Как же без Васи-то обзор? Так, Машенька, скажи, как тебе пижама? Красиво, нравится. К телу приятно? Угу. Так, ребят, смотрим. Пижама Зайка. Классная пижамка. Вот такая вот расцветка. По рукавам идеально, да, Маша? Так, штаны. Штаны тоже идеально подошли, и поэтому мне нравится. А тебе как? Поворачивайся спинкой. Отдерни немножко сзади кофточку. Видите, сзади она немножко подлиннее, чем спереди. И также штаны в самое то. Все, поворачивайся, Маш. Что, будешь дома носить или спать? Дома носить. О, костюм классный. Поэтому проходите по ссылке в описании, заказывайте. Ладно, ждем следующую примерку. Так, пижама с лисичкой, да? Ну, что я могу сказать? Он ей только-только. Оксана, прямо ручки сделай, пожалуйста. Смотрите, рукава прямо впритык. Даже немножко коротковато, я бы сказала. Но Оксана сказала, что я буду его носить, потому что он ей нравится. Но, ладно, рукава. Штаны очень короткие. Один короче, чем другой, почему-то. Это все нормально, Оксана. Это просто такие штаны. Один короче, чем другой.
Ну, что могу сказать? Это Маринина пижама. Она тебе маленькая, Оксана. Она маленькая. Вот сейчас, смотри, ты расслабилась, и рукава еще выше поднялись. Видишь? Ты просто натягиваешь его вниз, чтобы она тебе была как раз. Мы тебе закажем другую пижамку, вот такую же, только побольше размер, хорошо? Ну вот, в целом, Оксане она маленькая. Это Марине только. Ну, пижама. Тебе нравится пижама вообще на ощупь? Как она к телу? Не колется? Классная, да, мягкая. Ладно, меряем следующее. Так, ребята, вот это вот считается, по идее, костюмом. Но мне кажется, что это кофта и штаны, это отдельно все идут. Но сейчас посмотрим. Ну, вот смотрите, кофта, рукава. Рукава в целом нормально, да, Маша? Или тебе кажется, оно большое для тебя? Кажется, как будто большое. Но по сути оно нормально. Просто ты немножко плечи еще неровно сделала, а так в целом все. Все нормально. Так, как тебе на ощупь кофта? Хорошо. Удобная? Так, штаны. Штаны по длине все нормально. Как можешь те штаны? Ты считаешь, они тебе как раз или маленькие, или большие? Как раз. Штаны вот такие вот. Поворачивайся. Еще раз повернись. Подними кофточку. Там, видите, белые вставки. Карманов здесь нету. Тебе нравится то, что не без карманов? Тебе хотелось бы карманы, да? Ну, потому что привыкла. Ну, ладно, дорогие друзья, тебе еще есть что-то мерить? Ну, сейчас тогда ждем следующую примерку от Маши. Так, Мариночка одела костюмчик, который Оксане маленький. Мариночка, тебе нравятся лисички твои? Да, вот такая красивая, да, лисички? Довольная? И вот так вот штанишки. Хорошо, все. Будешь ходить в нем? Если вам понравилось, то обязательно ставьте нам лайк. Ване понравилась очень сильно водолазка, но она ему очень большая, да, Ваня? Уберем пока, потом подрастешь, будешь доносить. Да? Вот такая вот. Напишите, вам нравится или нет, да? А, надо такие же штаны еще купить. Ну, мы сейчас пойдем посмотрим, да, с тобой? Скажи, ставьте нам лайк. Ну, у нас осталось примерить кофту, которая Маше так понравилась. Сейчас вот Маша оденет и покажет вам, как у нее кофта. Мася, иди гуляй. Расцветка, скажите, приятная такая. Маша, ты неправильно опять замок застегиваешь. Маша постоянно не так немножко делает замок до конца, а потом уже застегиваешь. Как твои ощущения по кофте? Мне кажется, она небольшая. Нет, она тебе, Маша, небольшая совершенно. Карманы? Карманы есть, я уже говорила. Карманы глубокие, хорошие. Замок хорошо, мягко идет. Поворачивайся спинкой. Дочь. Кофточка тоже приятная. Расцветка яркая. Поворачивайся. Как тебе самой? Неудобно. Удобно будешь носить ее? Угу. Да. Ну вот такой вот, ребят, у нас сегодня был заказ. Ну, водолазку мерить это мы потом с вами померим. Оставим фотку, да, вставим, Маша. И поэтому проходите по ссылке в описании, заказывайте вот такие вот вещи, вещи классные. Все супер, поэтому проходите по ссылке в описании и заказывайте. Идите туда, шагай, Оксана, к Маше. Вот такой вот обзор у нас был. Показывайся с Машей рядом. Вещей, если вам понравились такие вещи, то проходите по ссылочке в описании и заказывайте костюмы. Ставим лайки, 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 лайки.